Я согласовал еще несколько кандидатур на должности руководителей. У нас сохранили свои кресла министр здравоохранения Владимир Федорович Костюш, начальник управления ГУЧС Николай Иванович Старков и руководитель госинспекции по охране объектов культурного наследия Дмитрий Александрович Лепченко. Поздравляю их с избавлением от приставки ИО. Есть и новые лица. Так, министром строительства и ЖКХ стал депутат Минусинского горсовета Илья Кононенко. О новом чиновнике известно немного. 39 лет, имеет два высших образования – экономическое и юридическое. В новом кабинете министров теперь и Владимир Кретов. Он возглавит Минспорта Хакасии. До этого руководил спорткомплексом «Саян» и заслуженный работник физкультуры и спорта России. А вот республиканские госзакупки теперь на плечах подполковника полиции Дмитрия Бученика. Это бывший начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Хакасии. Бученик рассказал журналистам, что отправил свое резюме в отдел кадров нового правительства и прошел собеседование.